Всем привет, ребята! Сегодня мы пойдем в ту самую шахту. Стоп! Не люблю. Бежим! Стоим! Бежим! Стоим! Бежим! Так, тут надо поставить себе, но... Так, ну по ступенькам надо тихонечко идти. Я факел забыл. Сейчас бегаю обратно. Ну что ж, ребята, я все сделал. Теперь главное не наступить на землю. Вау. Опа, опа. Ну что, я отправляюсь? Туда или туда, туда или туда. Там вода. Давайте вниз просто покопаемся. Ладно, давайте посмотрим, что там. Погнали. Ну так, ребят. Я пошел. Алмазы. Тринадцать, 14, 15. Ну что, это последнее? А, не последнее. Ничего. Так, там поставлю тут факел, посмотрю, сколько еще мне осталось тут. Так, посмотрим назад. Нет, где-то криперов, если что. У меня в руках меч. Уже 32 алмаза. Мне кажется, тут их... Это 36 алмазов. Ну что? Идем домой. А там ночь. Да? Нет. Давайте. Чё там? Это точно не гравий? Так, туда. Блин. Оп. Оп. Паркур! Ну что, пошлите. Скрафтим себе что-нибудь. Например, броню. Ой! Ой, гриб. Потащили. Хоп. Хоп. Ну что ж, алмазы? Что мы можем из них скрафтить? Давайте. Шлем. Вау. Надо собрать всю броню, чтобы сразиться наконец-то с тем злодеем. Будь уже готовым.
по всему. Опа! И даже осталось несколько алмазов. Опа! Ну что, ребята? Эту броню, пожалуй, я сниму, потому что она мне пригодится. А сейчас я себе делаю еще что-нибудь. Нет. Я и так смогу. Алмазный бук, кстати. Сколько я их могу сделать? Один алмазный бук. Жаль. Ну ладно, ребята. Пожалуй, в следующей серии мы отправимся в портал. Туда. А потом мы... Ну, короче, всем...